На ледовой переправе федерального значения город Якутск, Мегино-Кангаласский район, допущено понижение грузоподъемности до 10 тонн. Дальнейшее понижение грузоподъемности на ледовых переправах будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий. Госинспекция по маломерным судам МЧС России по Якутии призывает пользоваться оборудованными ледовыми переправами и строго выполнять требования дорожных знаков, не допускать нагрузку, превышающую допустимую грузоподъемность.